Добрый день, меня зовут Сергей. Мое основное заболевание – это язвенный колит. Уже, получается, болею им где-то примерно 10 лет. Но так получилось, что в самом начале, когда это все начиналось, довольно трудно было это диагностировать. Неправильно поставили диагноз, привезли по скорой помощи в обычную городскую больницу. И, конечно, лечение было не совсем адекватное. Целый месяц закалывали гормонами, потом тоже были довольно сильные последствия. И получалось, что каждый год лечился в разных местах, но не могу сказать, что какие-то были, честно говоря, грамотные специалисты, поскольку и лечение было неправильное. И общались тоже с другими людьми, которые тоже находились в тех отделениях, в палатах, и как раз были разговоры про такой центр МКНЦ, который находится на шоссе энтузиастов с его заведующим господином Князевым. Ну и поскольку меня не устраивало предыдущее лечение, я попытался туда попасть по направлению. И, честно говоря, вот остался дико доволен, потому что такое сочетание профессионализма, грамотного подхода и человеческого отношения сделало свое дело. Был сразу проведены определенные процедуры, которые практически сразу меня ввели в ремиссию. А когда получается, что происходит обострение, я, понятное дело, записываюсь в КДО, там дают направление на госпитализацию и практически сразу, очень быстро, тоже, что, кстати, важно, госпитализируют. И я уже лежал, наверное, 5 или 6 раз всегда после госпитализации МКНЦ. То лечение, они, которые назначали, оно 100% помогало, всегда было лучше, легче, и я входил в ремиссию, поскольку очень грамотная постановка диагноза и лечение. Здесь ничего не могу сказать, все отлично, просто идеально. Очень понравились врачи-специалисты, они были грамотные. И Александра Николаевна Демченко, и госпожа Каграманова тоже пообщались с заведующим Князевым. И я могу сказать, что сравнивая весь свой опыт за 10 лет, это самое, по крайней мере, лучшее место, где вот лечат воспалительные заболевания кишечника. И мне просто есть чем сравнить. Я очень сильно благодарен всем и врачам, и медперсоналу, которые делают уколы, готовит колоноскопии. Поэтому я могу абсолютно точно это место рекомендовать. Я здесь уже каждый год лечусь, очень доволен. И вот спасибо всем этим людям.